Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон мехов «Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. В предстоящие сутки ненастный циклонический вихрь, смещающийся с восточных районов Европейской России, перемахнет через Урал и выйдет на территорию Западной Сибири, где сформируют плотные облака и снегопады. Еще один ненастный циклон продолжит определять погоду на севере региона. И лишь на юго-востоке, где расположился область повышенного атмосферного давления, обойдется без осадков, но там будет наиболее морозно. Они – самое дорогое, что у меня есть. Они всегда были рядом и помогали встать на ноги. Я никогда не забуду их теплоты и заботы. Теперь я помогу своим родителям. О себе я уже подумал. Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Узнайте больше прямо сейчас. 8 800 200 14 29. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Надежный фонд для вашей семьи. Узнайте больше прямо сейчас. Звонок бесплатный. 8 800 214 29. Днем по округу облачно-кратковременный снег. Температура воздуха от минус 12 до минус 19 градусов. В Сургуте и окрестностях облачно-кратковременный снег. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 14,17. В окрестностях города 13,18 мороза. В сети магазинов «Диски мира» зимний сезон. Новое поступление шины дисков. Здесь всегда есть из чего выбрать и на чем остановиться. Прогноз погоды представляет торгово-сервисный центр «Диски мира». Вниманию водителей! Большой ассортимент зимней резины и надежных дисков к ним. Шины и диски. Твердая уверенность на дороге. 4 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление понизится и составит 760 миллиметров ртутного столба.